Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 235-е упражнение. Это диктант. Нужно обозначить в словосочетаниях главное слово существительное. Общая тетрадь для отзывов. Главное слово у нас тетрадь. Обозначим его. Произвести впечатление. Сочувствовать герою. Терпел унижение. Страницы повести. Главное слово страницы. Тяжело переживать, удалось познакомиться с новинками, серьезная брошюра, главное слово брошюра, подготовка к сочинению, главное слово подготовка, писать грамотно, изучать грамматику, занятия по информатике, главное слово занятия, подражать старшеклассниками. Далее необходимо обозначить корень в словах с непроизносимыми согласными. Вот наше слово «сочувствовать», «чувствовать», вот этот корень. Сочувствовать, вот эту «в» мы не произносим. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.